с детства мечтала. Увидела женщину в форме. На сегодняшний день у меня самое главное задание – это посетить ЖД вокзал. Это как бы у нас такой самый, по моему мнению, опасный участок. Что мужчины, что девушки, выполняем свою работу. Для девушки быть участковым, зайти в тот же самый семейный скандал, разобраться, усмирить дебоширы, это тоже многое значит. Не-не-не, Дрой, это такой классный кадр. Я так еще не снимал участкового. Я, по сути, считаю себя человеком очень счастливым, потому что я застал еще своих трех прабабушек живых. И первый экспонат, вот, как я уже и говорил, в мою коллекцию попадали именно от моих родственников. Вот это кожух моей прапрабабушки. Вот. И он лежал на чердаке у бабушки, и им укрыли расширитель от котла. Не только я, но и все жители нашего Марковичского сельсовета поддерживаем вот это возрождение культурных ценностей нашей местности. О службе опасной и трудной, а также о том, зачем сохранять и развивать культурные ценности родного края, сегодня в программе «Земля наша» поделятся ее герои – участковые милиции Татьяна Уланская и Виктор Шипков.